Приветствую вас. Для начала несколько серьезнее, несколько по-взрослому нужно воспринимать то, что с вами происходит. Вы сами сказали, что мужчина женат. И сами же написали, что не хотите страдать. Коли так, то то, что произошло, вам, в общем и целом, на руку. Я надеюсь, что вы с этим согласитесь. Вам это на руку, потому что мужчина-то, по сути дела, ушел сам, и вам, в общем, не нужно ему ничего говорить, ничего доказывать, объяснять и так далее. Вот. Я думаю, что это хорошо, но у вас проблема немножко другая, да? Вот. Ваша проблема в том, что вы все равно, получается, общались с мужчиной, который женат. Вот какая история. И вопрос у меня к вам. На самом деле именно такой. Что вы от него хотели? От мужчины, собственно говоря, по итогу. Плохо вам по какой причине, да? Плохо вам именно по той причине, что вы от него чего-то хотели. Что вы от него чего-то ожидали, что вам от него было что-то нужно. Вот, собственно, и вопрос возникает. Так, а что же вам от него таки было нужно? Что вы расстроились, когда он ушел? Здесь ваши слова о том, что у вас разные дороги, ну, выглядят так, что это просто интеллектуализация и рационализация, потому что, может быть, дороги и разные у вас, но хочется вам все-таки чего-то связанного с мужчинами. Может быть, внимание, может быть, ласки, может быть, тепла, может быть, значимости. Не знаю. Сказать так сложно. Но то, что есть что-то такое, это очевидно. Вопрос, конечно, в том, что именно такое. Вот что именно, в чем именно вы нуждаетесь. Вот это мне кажется действительно по-настоящему важно, по-настоящему ценно и по-настоящему животрепещуще для вас, если можно так выразиться. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Вы говорите, теперь не знаю, что думать, плохо на душе. Давайте подумаем. От чего
конкретно вам плохо на душе. От чего конкретно вам плохо? Что именно плохого случилось с вами? Чего вы, может быть, недополучили от мужчины? А чего хотели? Подумайте об этом. Вполне возможно, что вы чего-то хотите, но не просите этого. То есть вам хочется, но вы не просите. А иногда попросить нужно. Чем лучше попросите, тем лучше будет для вас. Ну, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд. Знаете, какая история? Так что здесь, я думаю, ну, можно ответить вам именно так. Поработайте над своими желаниями больше, да, над своими потребностями, поработайте больше над тем, что вы делаете для себя, чем вы занимаетесь. Ну, то есть, куда вы тратите свою энергию, вот, и так далее, вот. На это нужно обратить внимание, и заострить на этом нужно внимание, вот. На мой взгляд, вы просто-напросто нуждаетесь в чем-то, у вас есть какие-то потребности, у вас есть какие-то желания, вы их просто-напросто не удовлетворяете должным образом. Вот. Поэтому мне представляется ситуация вот именно такой. Вот. Именно так мне представляется ситуация, которая, ну, собственно, с вами происходит, вот. И, соответственно, именно обретение определенной независимости для вас является первостепенным моментом здесь. Вот. Так что, я думаю, вот именно так и можно вам ответить на вопрос. Вот, постарайтесь получше обращать внимание на свои чувства, да, именно на то, что вы хотите для себя, вот. Постарайтесь обратить внимание именно на то, что вам нужно, да, ну, в большей степени, что вам нужно, именно нужно вам, вот. И, соответственно, это поможет вам не попадаться больше в такие вот истории, в такие ситуации и так далее. Вот. На мой взгляд, это единственный важный аспект. Вот. Ну и вы, конечно же, сами хозяйка своей жизни и сами выстраиваете свою жизнь так, как хотите, вот. Поэтому думается мне, что будет лучше, если вы все-таки будете четко знать, что вы хотите.
и от кого, и для чего. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, вот. Я желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего и удачи!